В преддверии Международного женского дня глава региона посетил областной перинатальный центр. Гауез Нурмухамбетов поздравил одну из пациенток с рождением 7-го ребенка и вручил ей подарки. На встрече присутствовала и наша съемочная группа. Предпраздничные дни для некоторых североказахстанок выдались по-настоящему счастливыми. Глава региона Гауез Нурмухамбетов лично поздравил одну из пациенток перинатального центра с рождением 7-го ребенка. Аким пожелал матери и младенцу крепкого здоровья, вручил цветы и подарки. Принимает поздравления Дания Ждондок, жительница села Чкалова Таиншинского района. 4 марта у нее родилась дочь весом около 4 килограммов и ростом 54 сантиметра. Девочку назвали Ляйлим, такое имя ей дала одна из сестер. Дома нас все ждут. Я мечтала иметь большую семью. Теперь у нас 4 дочки и 3 сына. Старшему сыну 25 лет, младшему ребенку 13. Хочу выразить благодарность врачам. Пристально наблюдают, помогают нам. Женский праздник мама с дочкой встретит уже в кругу семьи. Адилия Кушекова, Адиль Нуржанов, служба новостей.